Саша знаем, как быть лучшими ведущими, знаете. Да, и вот один человек нам делает аплодисменты. Был бы у меня подарок, я бы вам отдал бы его с удовольствием. Давайте ему подарим букет хорошего настроения от нас. Живите, поливайте его своими улыбками, аплодисментами. Да. Классно, классно. 700 рублей, а там в конце мероприятия, как это говорилось. Мой процент. Мы же на бизнес-форуме. Слушай. Ты говорил мне, сейчас вот Виталий расскажет. Пусть говорят, мы редко видимся с тобой, звезды твердят. Все, заканчиваю. Почему у меня это с тобой в мелодии начинает? Я не знаю, почему он на меня смотрит и поет. А ребят, а у кого-то в жизни были такие люди, на которых вы смотрели и пели? Были такие или нет? Да. Да? А кто эти люди вам? Кто они? Кем они вам приходят? Папа, мама. Нет? Не, мне просто понять, проассоциировать, почему у меня к армянину, когда я на него смотрю. Потому что все армяне поют, хорошо поют. Кроме меня. А то я знаю, сейчас заставят меня петь. Мы вообще, о чем мы с тобой разговариваем? Не знаю, на бизнес-форуме говорим про то, что как один ведущий поет другому ведущему. Ну что за бред? Ну что за бред? Это не бред, это честность, понимаешь? Это искренность. Очень, я вообще очень... Хорошо, могу... раз ты про честность, про искренность, у меня очень волосатая грудь. А, я могу тебе ее побрить. Это слишком честно. Носа, я тебя запомнил. Окей. А, это же про тебя? Ну, конечно, про тебя сегодня вообще. Скажите, как его зовут? Но, давайте представим. Давайте представим, что я сейчас покажу миниатюру акула плывет. Давай. Друзья, специально для вас показываю миниатюру, которую, ну, давно я ее делал, здесь же на этой сцене. В общем, плывет акула. Вот они заготовочки, а. Резиночка моя. Молодец. Я слышал, как вы здесь посмеялись. Там, видимо, не смешно, куда надо еще. А там не видно, понимаешь? Там тебе нужно подойти там, и там акулу показать. Через всех, да, блядь? Слушай, ты мне рассказывал там за кулисами, что у тебя есть какая-то крутая игра. У меня есть игра «Акула». Она уже прошла, это первая ролевая игра, вторая. Вторая игра, смотрите, друзья, мы эту игру сделали специально на основе нашего опыта всех мероприятий. При входе, они будут даже подсматривать телефон, скажу как есть. При входе вам всем раздали паспорта предпринимателей, да, есть такие? Да. Да, покажите, кто есть, вот так, чтобы мы видели. О-о-о, отлично. Ребят, это очень крутая история, которую мы сделали для того, чтобы... У меня вопрос. Вот, акула была уже, братик, хватит. Ты вон видишь, я просто вижу, что у нас есть сегодня в гостях сам Элтон Джон. Вот, на виде в очках он сидит затемненный, по-моему, ему очень сильно светит. Диджей, есть Элтон Джон? Элтон Джон, Элтон Джон есть? Найди пока. Вот он сидит. Надень ты, а про что ты снял? Вот он. Ты нашел его? Нашел? Вот, спасибо вам. Спасибо вам, что сегодня здесь. Переведите его, пожалуйста, пока Паша будет говорить. I'm so really nice to meet you, Elton. Я рад, что я нахожусь здесь, на этой сцене. Благодарю своих продюсеров, Бога. I'm very glad to see you, little mouse, where is your house, little head, I have no reference. Не переводи мою лексику. Давайте про игру, друзья, мы никогда про нее не расскажем, окей. Скажи мне, что ты сделал для Synergy Bot в свои годы? Абсолютно ничего. А мы сделали для Synergy Bot очень многое. Расскажем, что у нас будет. Давай я прям тебе расскажу. Смотрите, давай. Всем выдали паспорта предпринимателя. Что это такое? Это паспорт, который вас сегодня познакомит с Synergy Bot. Он будет на протяжении всего мероприятия. Следующий слайд. Он будет взаимодействовать с вами сегодня весь день. Вы знаете, вот есть такие ребята, вот они и в КВН играли, такие, ну, креативные, веселые, такие экстраверты на мероприятиях всегда. Они мизинками своими меняются, они подбегают, ходят, говорят, привет, я там занимаюсь продажей. Ни разу так не делал. Вот есть активные ребята, а есть, вот я, если честно, в жизни на мероприятиях я немножко скромно. Вот микрофон — это просто второе альтер-эго включается, иногда получается говорить, шутить, но не всегда. А есть тоже интроверты в зале, такие же, как и я? Есть? Ага, вот интроверты никогда бы руки не подняли. Я просто, если что, вот если вы сидите специально для таких, как я, интровертов, мы приготовили эту игру, которая будет помогать взаимодействовать и общаться с другими участниками. Next slide. Угу. А, также мы приготовили... Ребят, призы кому нужны? Похлопайте, чтобы вы знали. Странный вопрос, да? Окей. Также мы приготовили гарантированные призы, которые вы можете получить. Лёш, я вот так вот делаю, да?
Они вам нужны? Он уже спросил до этого. Ага. У нас просто эстонские слайды, да. Следующий. Ага. А, ребята, самая интересная история, такая фишка. Можно я вам кое в чем признаюсь? Давай. Нет, почему нет? Причем пацаны такие говорят. Почему нет, ребят? А девушка еще ближе к парню к своему подсела. Нет, я хочу признаться в том, что я кое-что своровал. Началось. Что? Рассказывай. Я своровал, ребят, флешку со всеми презентациями спикеров. Сегодня спикеры отдали презентации режиссеру, и я незаметно эту флешку взял себе, перекачал себе. И сегодня все, кто сейчас поаплодирует, сможет получить презентацию спикеров. Вот это разговор, конечно. Вот так зал развивается. В каждом городе работает эта фигня. Я так и понял. А ты вот с этой акулой будто бы только здесь, да? Это работает еще дома на кухне. О, слушай, вот это значит ходи со своим диджеем. Ты почему меня никогда не отбиваешь? Я не отбиваю его никогда. Отбей меня сейчас. Хорошо. Хорошо, да. Отлично, поехали. Получить презентацию спикеров клуб Кластер. А также у вас будет возможность посещать мероприятия, которые будут проходить в рамках национального проекта в течение 5 лет. Вы можете... Слушайте, а здесь я видел люди, которые были уже на наших форумах. Есть такие? Во, круто, круто. Вот эти грустные люди. Ребята, сегодня будет все то же самое, что и в ваших городах. Так что, да. Смотрите, вы можете ходить благодаря этому паспорту на любые мероприятия, обучение, форумы, все, что будет происходить. 5 лет будет проходить программа национального проекта по поддержке бизнеса. И 5 лет вы будете прокачиваться благодаря вашим паспортам. Next. И вообще, ну, давайте сейчас дадим. Мы хотя такие дурачки, но на самом деле мы с Арсеном очень серьезные. И мы с ним решили объединить 1 миллион предпринимателей. Мы решили сделать так, чтобы предприниматели не только Челябинска, но и Чепи, но и Чебоксар, какие еще города на Кучи? Копейск. Копейск, Армения, Комсомольска на Амуре. Все предприниматели нашей большой необъятной родины объединились вместе и могли друг с другом коммуницировать. Вот такая большая цель. Надо ставить себе большие цели. Скажите «да». Да. Надо ставить себе амбициозные цели. Скажите «да». Да. Надо ставить цели, которые выходят из рамка твоей жизни. Скажите «да». Да. Вот почему Тони Робинсону платят миллионы, а мне пакетик кэши в буфете за это. Тебе я ладно пакетик, а мне просто воду и все. Ты сейчас как этот, как студент, колледж, да? В колледже, знаешь, есть... Расскажи историю. Ребята, вы выучили английский сегодня? Нет. Нет, подожди. Ребята, вы выучили английский сегодня? Yeah. Слушай, забери себе вот эту часть, а я вот эту, и посмотрим, кто круче. Давай, левая, подожди, дай мы расскажем, братик, сейчас потом, давай быстро расскажем. Ну-ка, левая часть, пошумите! Подожди, окей, погоди, левая часть, давайте мы придумаем, дайте мне чисто челябинское слово. Чё? Чё, окей. Команда чё, пошумите! Подожди, он уже прибыл, смотри, встал уже стойку. Я еще не успел прийти, сказать, этот уже стоит, начинает качать энергию. Начинает уже здесь делать. Мы не будем говорить, что наша команда в переводе с китайского, но чё мы крутые. Ты знаешь китайский? Я тоже просто. Вот так не называйтесь, как они, чтобы не проигрывали сразу. Кто мне тоже может дать настоящий челябинский? Стоп! Это моя идея! Подожди. Красные мокасины забери себе, хорошее название. Нет. Ну что, ну отдай, пускай какое-нибудь другое придумай. Арс, ты же... Ну конечно другое. Слушай, надо рассказывать. Челябинск! Так, ты в команде чё? Челябинск, подожди. Скажите мне, где у нас в городе находится самый чистый воздух? Вот это командный дух! Вот это настоящая команда! Вот это победители, чемпионы! Вот это люди, которые готовы достичь большего, которые готовы ставить цели и выполнять их! Вот ты. Ладно, другой вопрос задам, я понял. Челябинск, кто после сегодняшнего форума готов заплатить нам с ведущим деньги? Че, я с вами? Че, как настроение? Иди туда! Погоди, ну давай еще. Че?
чё, а давайте мы, когда я буду обращаться, чё, а вы мне отвечаете, кого, хорошо? Ну-ка попробуем. Чё? А вы тогда говорите, я говорю, да, они, пускай молчат уже. Вы говорите, чё, вы говорите, надо. А, подождите, чё, чё, кого, а вы надо, ну-ка, чё? Кого? Надо! Чё надо? Так, мы про что? Ребята, цель обменить миллион. Слушай, так тяжело на деловую переключаться. Окей. Извини, но... извини, Леша, да, режиссер. Ага. 6 минут. Ага. Все, 6 минут у нас. Леша, за 6 минут мы тут можем религию новую придумать. Слушай, я хочу рассказать презентацию. 6 минут, понимаешь, это такое время, которое идеально нужно для того, чтобы рассказать, вложить в голову и сделать так, чтобы мы поняли, что нам нужно. Да прекратите это делать, и честь хватит. Ты это рассказал, это нет? Нет. Цель. Объединяем один... Нет, сейчас серьезно, друзья. Объединяем 1 миллион предпринимателей. Можем общаться со всеми остальными друзьями. Next slide. И теперь, друзья, супер крутая практика. У меня... Вот ты правильно сделал, что присел. Ты прям как будто бы знал. Тебе еще семечки не хватает. Было бы вообще идеально. Почему ты хорошо? Все есть. Смотрите. Меня вообще спикеры просят эту практику не делать, потому что когда ее люди делают, они, в принципе, сразу определяются со своими нишами. Они сразу начинают расти в деньгах. Они сразу понимают, что нужно делать, и только нужные знания остаются в их голове. Это очень серьезная, крутая практика, которую меня обучили тибетские монахи. И... Я пойду чай попью. Я думаю, сделать так, чтобы вы сразу преобразитесь. Для этого кто хочет вообще этот навык знания? Кому он нужен? Просто да, да, да. Ага. Чё? Все, все хотят, я вижу, все хотят. Но чтобы это получить, это не просто так, друзья. По случайному стечению обстоятельств мой номер привязан к моей карте Сбербанка. Так что все, кто хочет карту, покажите свое желание на действие. А у меня банк... говорит, да, сделайте... А? У меня банк открытие. А у меня тоже банк открытие. Да. Итак, поехали, друзья. Супер крутая практика. Для этого вам нужно сделать следующее. Вам сейчас нужно найти любого своего соседа слева или справа. Найдите. Слева или справа сосед, найдите. Просто люди не могут. А теперь на 3-4 дайте ему 5. 3-4. А теперь на счет 3-4 дайте ему пощечину. Смотри, Костя. Выполняют. Я слышал, как пацаны на первом ряду все-таки. Сейчас вам нужно сделать очень крутую историю. Пацан. Так, я здесь. Смотрите. Давай сейчас тоже присядем. Да. Вот сюда. Давай, по-братски. Присядьте вот так вот, да? И сейчас. Да. И посмотрите на этого соседа, да, еще раз. Ладно, включай еще раз тут романтик. Не надо! Хватит. Кстати, можно... Нет, давай этого. Я вот смотрю на тебя, и ты мне напоминаешь одного актера. Давай, Луи де Финес. Джеки Чан. Нет, у тебя армянская фамилия получается. Джеки Чан. Чангар. Есть такой фильм «Рокки Бальбоа», помнишь? О, конечно. Тоже просто нос поломан, помнишь, как раз. Кто поговорил, да? Да, спасибо. Не дышит пазухи. Включите нам «Рокки Бальбоа». Тэнс. Итак, смотрим на соседа право. Нашли соседа. Еще раз пять ему ответить, а то вы забыли уже кто. Давайте, все. И сейчас скажите ему, я сделаю тебя. Я сделаю тебя. А теперь ответьте, нет, я сделаю тебя. Нет, я сделаю тебя. Так ты хорошо повторяешь за мной. Да. Итак, и сейчас на счет 3 вы должны встать быстрее своего соседа. Итак, поехали. Рано, что рано? Чё, кого надо? Рано. Раз. Раз, два, три. Сейчас те, кто выиграл, останьтесь стоять, да? Вот вам. Сейчас выключите мелодию. Вам Паша бесплатно проведет любой мероприятие. Друзья, вы выигрываете. Встаньте, стоять, да. Ребят, вы выигрываете. Если у вас друг Челябинский, вы останетесь, и вам негде будет ночевать. Вам нужно будет прийти кому-то простаться. Арсен, ребята, вас с радостью примет у себя. Вы молодцы, вам такой подарок. Ребят, смотрите, зачем мы это делали? Во-первых, хотел бы поаплодировать людям, которые встали. Дайте им аплодисменты. Да, молодцы. Зачем это все делалось? Это делалось для того, что сегодня на форуме, понимаете, вот многие люди остались сидеть и ничего не делать. То есть, соответственно, так же происходит из обучения в обучение. Вы приходите, вам вкладывают знания, вы уходите домой, и вы ничего не применяете. Попробуйте сегодня по максимуму отключить свое критическое мышление и делать так, что вам спикеры говорят. Отключите, не верьте нам, просто попробуйте сделать.
Просто попробуйте сделать эту историю. Не слушайте, не доверяйте никому. Зачем мы это делали? Потому что вы вставали вперед друг друга, когда есть соревнования, всегда интереснее. В конкуренции, везде, где-либо не было. Поэтому... Пробуем еще раз. Давай. Давайте сейчас попробуем проконкурировать друг с другом. Друзья, это наш совет. На фоне этого упражнения сделайте так, чтобы вы сегодня также включались во все практики, которые будут говорить спикеры. Это очень важно. Итак, сделали? Давайте сейчас сделаем. Попробуем. И сейчас представьте, что от этого будет зависеть, насколько вы будете успешны, красивы, насколько будет успешна ваша семья, и все, кто встанет, он докажет, что любит свою маму. Раз, два, три! Красавцы, вот теперь молодцы! Хорошо. Окей, супер крутая практика прошла. Итак, следующий слайд. У вас будет доступ, все, кто будет играть в игре, кто сегодня будет вписываться, участвовать во всех движухах интерактивов, получит доступ к Synergy Base. Что это такое? Это 6 месяцев бесплатного 200-часового контента, который происходит на Synergy Global Forum, Synergy Digital Forum. Давай. Synergy Digital. Я просто так могу работать. Я говорю вам, что у нас доступ к премиальной версии Synergy Base. А я вот, ты знаешь, вот некоторые думают, чей он брат, кто его вообще поставил. Я просто, честно скажу, я Дед Морозу пожелал, чтобы он мне подарил дикцию и артикуляцию, но пока не доходит подарок. Итак, поехали. Synergy Base. 6 месяцев уникального контента. Стоит эта история 38 тысяч рублей. Для вас бесплатно. Круто? Нет, круто, да. Круто? Круто? Вот, проснулись. А еще, кому холодно на первом ряду? Поэтому сегодня будем танцевать, прыгать, шуметь и общаться. И когда вы говорите, отвечаете, когда вы задаете вопросы, вам становится теплее. Но ты будешь танцевать, прыгать, общаться, а я буду согревать. Юля, уйди. Тут жена просто, я еще раз говорю. Начинающий бизнесмен, знаешь? А чем она занимается? Ой, мейкап. Что? Мейкап. О, круто. Давай. Synergy Base, 6 месяцев есть, окей. Приз классный. Окей, следующее. Также у вас будет возможность пройти верификацию. Что такое верификация? Это синяя галочка, как в Инстаграме, ВКонтакте, официально. Также, если вы получите 1000 баллов, вы сможете подойти на зону регистрации. У вас в этом нижнем поле выбьют ваша фамилия, имя. У вас будет не такая стрёмная карточка, как у меня, без имени, а с вашим собственным именем и фамилией. Это ли не круто? Ради этого стоило приходить в субботу на мероприятие. Следующий слайд. Также подарки от федеральных и местных спикеров. Смотрите, история абсолютно не синхронизирована ни с одним из спикеров. Если будут выступать спикеры, и мы будем говорить, слушайте, а подарите одному человеку сегодня в конце мероприятия, который получит приз, который наберет больше всего баллов, спикеры будут говорить, что они не подготовлены. Но, серьезно, у нас были уже очень крутые подарки. Дарили часы Apple Watch, дарили долю в своем бизнесе, дарили квартиру. Не было такого еще. Но, может быть, мы это сделаем. Поэтому сегодня, когда мы это будем делать, максимально пошумите, если вдруг спикеры будут немножечко ломаться. Хорошо? Окей? Нет. Вообще то, что говорю, заходит? Нет, вообще, я понимаю. Да, все, супер, отлично. Следующий слайд, бейте. Для того, чтобы получить призы и заработать баллы, вам нужно активировать свой паспорт предпринимателя. Следующий слайд. Дайте максимальный свет, дайте хоть в глаза все посмотрю. Дайте максимальный свет. Прям максимум света включите, свет максимум включите. Включите, я хочу видеть людей. Ну что, вам жалко, что ли? Дайте в глаза посмотреть, радужную оболочку дайте мне посмотреть. Я хочу тебе сказать, что это максимум, дорогой. Это максимум. Я вчера на хоккее был, здесь больше... Можно еще? Ну можно включить, да, Вадик, Витя? Нет, если... говорят максимум, мне в ухо. Окей, знаешь, хорошо. Окей, друзья, Лев, нам нужен максимальный свет. Леш, дай мне максимум света в зале. Леша, режиссер, давайте пообщайтесь через меня, давайте сделаем такой треугольник. Он говорит, нет. Леша, сейчас главное событие в твоей жизни. Главное событие в твоей жизни. Если ты сейчас не включишь свет, слушай, щекоти это. Я подниму восстание. Ты слышал? Первое челябинское восстание против режиссера. Леха, ты слышал все? Леша, тебе нужно это? Смотри, что делают ребята. Блин, ребят, Леш, мне уже люди включают. Давайте, включайте. Здесь было светло по максимуму. Тогда, Леша, убери ты весь свет и хочешь увидеть вот эти светочки. Окей, ребят, ладно, хорошо, поехали. Для начала вам нужно сделать следующее. Зачем я хотел включить свет, чтобы вы максимально смогли отсканировать свой QR-код? Следующий. Назад. Сейчас наведите все камеры своего смартфона на QR-код на вашем паспорте предпринимателя. Прямо сейчас наведите, прямо сейчас все наведите, прямо все.
Мне не важно, что у вас написано VIP, не VIP. Прям девушка. А, ты уже красавчик. Есть, налила, налила. Артур Пирожков. Все, наведите. Все, отлично. А после того, как вы наведете камеру, вас сбросят в чат Synergy Bot. Вам нужно отправить ваш ID-код. Но если у вас вдруг не айфоны, и у вас не получилось навести камеру, для вас есть следующий слайд. Опа. Заходите на сайт moibiz.id, прямо в браузере вбиваете moibiz.id. И у вас сейчас moibiz.id. Ну, ребят, это нудятина, я сам знаю, но она нам круто поможет сегодня на мероприятии. Честное слово, поверьте мне, доверьтесь, мне может доверять. moibiz.id. Зашли на сайт Slacks. Slacks. Что за слово Slacks? Это уже next и следующий. Slacks. Slacks. Slacks и next. Slacks. Окей, хорошо. Зашли на сайт moibiz.id. У тех, у кого не получилось сканировать QR-код камеры телефона, и вводите свой ID вот в это поле. Введите в поле свой ID, который указан у вас на паспорте, и нажмите на кнопку «Войти». Все. Это сделали. Супер. Опять же, таки вас выбросило в чат, которого вам нужно нажать на кнопку «Отправить». Следующий слайд. Если вдруг у вас не получилось, на обороте паспорта предпринимателя мы вам написали, что нужно сделать. Ну, первый пункт – регистрация, просто почитайте внимательно. И все, кто это сделает, получат все те гарантированные призы, о которых я говорил выше. Slacks. И следующее. Вдруг, если у вас не получилось, то обращайтесь к волонтерам. Волонтеры у нас мастера спорта по геймификации. Мы их обучили, рассказали, как это делать, они все знают, все умеют. Следующее. Также подробности и инструкция есть на паспорте предпринимателя. Да, регистрируйтесь чуть позже, я расскажу, как получать баллы. Следующее. Это все. Друзья, все, закончили часть. В общем, регистрируемся по паспортам. Благодаря этому будем участвовать в общей большой движухе. Я закончил. Я понимаю, что нудно. Я понимаю, что я просадил их. Слушай, ну... Я понимаю, что по динамике это плохо, но, черт возьми, это поможет на мероприятии. Я тебе честно говорю. Я вообще только за, и тем более ты закончил всего 15 минут, и я тебя поздравляю. Молодец. Спасибо. Друзья, давайте Пашу поаплодируем. Нет. Почему ты? Ребят, я хочу, знаешь, что делать? Так, давай. Я хочу, чтобы ребята, мы же находимся на рядовой арене. Да. Я вчера... А кто вчера здесь был на хоккее? Здесь хоккей очень редко. Да, а кто вчера с кем играл? Какие две команды? Челмет, да, вторая. И все, я никому Челмет, не интересен. С Челметом вчера играл. И вчера здесь вот... У хоккеистов есть такая традиция, когда они выходят первый на лед, им максимально аплодирует зал. Поэтому давайте мы будем скупы на аплодисменты нам, Сарсам, но будем аплодировать первому спикеру максимально много, потому что он волнуется, он стоит, он будет открывать эту сцену. Дровник, а что ты домиком сделал, выпрашиваясь? Он будет эту сцену. Знают они, как нужно аплодировать, друзья, встречайте первого спикера!